И еще о медицине. Теперь они знают не только, как спасать чужие жизни, но и как противостоять экстремизму. В Краевом центре прошел форум «Студенты-медики за гуманизм и безопасность». На него в Ставрополь приехали будущие врачи из всех республик СКФО. На слете они обсудили меры борьбы с терроризмом и как не поддаться на уловки вербовщиков. Лекции и мастер-классы посетил также Александр Григоров. Мы, полноправные граждане Российской Федерации, против экстремизма! Они сменили белые халаты на спортивную одежду, а вместо методов лечения обсуждают, как противодействовать экстремизму. На форум приехали будущие врачи со всего Северного Кавказа. Я, например, на этом форуме в первый раз. И людей, которых я вообще не знаю, других национальностей, других городов, мы уже, как считаю, как одна команда. Хотелось бы чаще проводить, чтобы все дружно были, обсуждали всякие темы, чтобы не было разногласий между народами. И не было террора. Это еще раз нам доказывает, что Кавказ наш общий дом, что мы живем в России, что Россия, мы едины. Россияне, мы студенты-медики за гуманизм, против экстремизм. Форум проводится уже несколько лет подряд. Все это время меняются участники, но главная тема остается неизменной – против экстремизма и за гуманизм. Сложную тему обсуждают представители самой гуманной профессии. И именно этот гуманизм они хотят пронести через этот форум и доказать, и показать молодежи о том, что мы не хотим никаких военных конфликтов, мы хотим жить в мире. О том, как противостоять проявлениям экстремизма, студенты-медики дискутируют на семинарах. Дают нам возможность узнать друг друга лучше, понять некоторые моменты, и таким образом сплощают нас, и мы становимся дружнее. Очень положительно, очень много позитивных эмоций. Они забирают большой опыт отсюда, и этот опыт используют у себя и проводят такие же форумы. Акциями, где студенты выйдут на улицы, пропагандируя идеи равенства, борьбы с экстремизмом, национализмом. То, что сейчас очень необходимо в нашем регионе, я думаю, в нашей стране, да и во всем мире, поскольку эти идеи должны быть всегда у студентов-медиков впереди. Завершится форум не в Ставрополе, а в республиках СКФО. У себя дома будущие медики проведут масштабные акции против экстремизма. Александр Григоров, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.